Всем привет! С вами снова Денчик, и сегодня мы продолжаем проходить Far Cry 1. И что ж, в прошлой серии мы нашли Вэл. Теперь нам, собственно, надо будет сейчас кое-что сделать. Так, мнение. Нам надо будет Так, теперь нам надо пробраться в какой-то парогенератор. Короче, мы сейчас будем генератор фигачить какой-то. Такс. Зарядку надо сделать. Как туда попасть? А, зачем здесь тут у нас еще водка плавает? Не понял. Попал? Попал. Я там трагина. Эй-эй-эй-эй-эй! Вот козёл, а! Короче, мне в джунгли. Куча трагинов. А вон он. Ах ты собака. Да какого хера у меня с двух ударов вынес? Козёл, блин. Опять на меня напрыгнет кто-нибудь, а? Ёбан. Ох, отхилился хотя бы. А, ну пипец, они меня с двух ударов выносят. Джек, слушай внимательно. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. У их командира есть прибор ночного видения. Он тебе очень пригодится. Внутри регулятора. Ништяк, сейчас будем тырить. Прибор ночного видения. Так, а у меня винтовка осталась. Что это было? Ой, блядь. Я тебя запомнил! Вовремя я винтовки вспомнил. Отсоси! Патроны, сука! Сказал.
пахнет, сука! Подсветка! Блин, там граната! Сейчас я до тебя доберусь. Блин, добрался, молодец. Все по новой, блин. Опять эти трагинов сейчас херачат. Конечно, блядь, сука, со второго удара ты меня вынес. Пью. Конечно, блин, меня вынес со второго удара. А с какого еще у меня вынес? Это нафиг, а? Конечно. Говнюк. Джек, слушай внимательно. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. Да, 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 ночное видение. Нафиг оно мне не сдалось, я умер. Сука. Конечно, блядь, со второго удара меня вынесет. А, блин, заколебали эти драгины. Так. Давай-ка мы... Джек, слушай внимательно. Тут неподалеку находится небольшой лагерь. У их командира есть прибор ночного видения. Он тебе очень пригодится. Внутри регулятора. Самое главное, не сдохнуть. А вон он. Вижу цель. Вот так вижу. Ничего.
нас атакуют! Ага! Я Рэмбо, нахуй! Всех нахуй вынес. Это было. Подноси. Выходи. Что там, чел, блять, с этого, как его, минигана, что ли, хуярит там? Что за хуйня? Мало здоровья здесь у меня. Как я... Да, он пропал! Мы его потеряли! Я тебя вижу! Бля! Сука! Почти же обошел ведь! Ладно, ладно, пошли. Чем скорее мы закончим, тем скорее ты вернешься к своей жратве. Обычный шум. Я найду тебя! Чтобы там не было плевать. А ну выходи! Стоять! Ты покойник, приятель! Держись дороги через джунгли. Я отметил точку на твоем GPS, так что не заблудишься. Будь внимательна, из-за сбежавших трекеров они усилили патрулирование. Я тебя вижу! Я тебя убью! Я тебя все кончил! Не пытайся. А у меня сохранение есть. А, блин, оно вот где.
Пец. Ладно, ладно, пошли. Чем скорее мы закончим, тем скорее ты вернешься. Прыгай ты! Ты покойник, приятель! Держись дороги через джунгли. Я ответил точкам в твоем GPS. Патрулирование. Что здесь произошло? Ломи! Сейчас получишь. Теперь ты попал. Чувака, я убил, который там был. Там аптечку Thank you.
Бля, мне бы аптечку. Вот это тоже неплохо. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Опа. Собой забрал, козел. Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Ты ничего там не видишь? Приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Взять его! Прямо между глаз! Стреляй!
ебаный урод, что там за хуйня творится? Для того, чтобы вывести из строя регулятор, мы должны создать обратные волны. Отыщи старшего техника и изучи его чертежи. Тогда я смогу определить главные клапаны. Ты слышишь? Вижу цель! Ты нашел старшего техника? Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. А почему он тут не сохранил меня? Молись, молись! Все, я проник. Ой, блядь. Джек, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного, и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Ты ничего там не видишь?
слабенько вы его охраняете. Лапом. Ну, просто залезть уже. Снайперки нет. Джек, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного, и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Ну и что делать теперь? Джек, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного, и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Что здесь произошло? Джек, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного, и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Есть. Клапан, топать. Слышь, эй, что там творится?
Печку, блядь, дали бы. Вижу цель! Хочешь еще, да? Ой, бля, знаете что? Надо закончить, потому что тоже какой-то пиздец надо. Это пиздец надо отложить на следующую серию. Ну, а с вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.